Всім привіт! Ви на каналі Артем Профі. Сьогодні я буду знімати відео про те, як я гуляю в Дорс. Ну що, поїхали. Так, ребят, лутатися надо. Затем, якщо пройдемо фігуру, то просто купити крест. А якщо його там не буде, ребят, знайте. Він вийшов? Понятно. Це... Знаєте, якщо його в магазині не буде, значить ви його десь пропустили. Ну так, от. Ну, а може і ні. Ну да ладно. Ребят, я колись, вроді би, в цій кімнаті знайшов крест. Ну ж ні, я колись, ну, вчора. Інтересно, коли раш буде? Так. Интересно, чего они так высно? И что за звуки, когда я открываю эти? О. Монетки. Пятая дверь. Ребят, главное запоминать, какие ты двери открываешь. Хотя не надо, я знаю, я... Коли, короче, будуть повторки, я вам розкажу, що треба робити. Як узнати, якщо ви забули подивитися на двері. Я вам покажу, як треба. Все. Так. Дальше йдемо. Не можу лутати. Ця кімната. Офігеть. Мені так... Мене так швидко 290 монет ніколи не було. Так. Тут немає. О, ну все, рычагок. Він відкриє нам тут двері, ребята. Хто не знає. Що з прицелом? Ладно. У него проблемы с головой. О, тут может быть повторки. Блин, повторок нема. Ого, сколько монеток. Да блин. Все. Вот сюда заходим и лутаним. О, жига. Она нам пригодится в темных комнатах. Так, о, монетка. Кися, что ты прошла сюда? Ты хочешь разгрызть мне микрофон, либо хочешь в Дорс поиграть? Ладно, ушла, так ушла. Окей. Тут нема. Так. И, ребят, кстати... Тут есть ограниченное время. Если ты за него не пройдешь в Дорс, то... Вроде бы як из... Із у цього, от, як я там, із часов вилізе якийсь монстр і вб'є тебе, або як там. Короче, я це чув вчора, поэтому я це так не пам'ятаю особо. Так. О, монетка. Мене так швидко роздражає. 375 монет ніколи. Не було. Я подумав, откуда у мене ключ, а потім вспомнив. Ми ж залутали. Так. Нема. Нема. А, тут ми були. Окей. Осталась та дверь. Та не вийшов так. О, поворотик. И, кстати, ребят, когда вы прошли уцеят, когда вы прошли фигуру, ё-моё, глобус на удачу, и когда вы этот
в магазине купил и все, что надо, лучше все равно лутайте все монеты, потому что чем больше у вас будет этих вот желтых монеток, тем больше вам дадут таких более серебристых монеток. Ну, короче, я все понял. Оф. Ребят, у меня колись, короче, была такая фигня, точнее, вчера. Я себе обычно гуляю в Дорс. Бежит Раш. Ну, мы в своей комнате были с одним чуваком. Я, короче, заходю в якусь из тих, из якихось там комнат. Залазю под оцей, под, як я там. Я не помню, як я. А, та боже. Под кровать заліз, потом мене щось произійшло, мене якось фіга на середину цієї комнати кинуло. І я просто отрашу здох. Офігенно. Скажіть, ребят, хто со мною согласен, що це офігенно? Пишіть в коментарі, що це реально офігенно. Либо согласен, согласна, либо... Либо ря... Либо да, просто. Так. Так. Монетка, як всегда. Мене так быстро 700 монет ніколи не було, ребят. 715. Ми тільки намочали на 12-й двері. А у мене вже 730 монет. Последние двери. Так. Ого! Еще плюс соточка. Боже, ребят, у меня сейчас 1000 будет. Я ему смогу полную копилку доплатить, так еще и вот этот. Так еще и выкупить той весь магазин. Так. Здрасте. Моргає. Іде. Я ж казав, що нам зажигалка в цих комнатах подойде. Так. Відкривайся. Що тут у нас є? О, отмички. Круто. Та блін, з цими шкафами. Все, більше тут нічого нема. Пролазим. Моя нелюбима комната. Точно, залутаться ж надо. Окей, тут ничего нема. Так, берем эту картину. Ставим вот сюда. Все сюда. Все, все. Круто. Так, проходим в 18-ю дверь. Ребят. О боже. А, все. Главное не дивиться назад. Потому что вот что будет. Пока глазики. Так. Что тут у нас? Классно. Я думал, будет хоть сундучок. А так нет. Щось вообще тут нема що лутати. Ну боже. За що мені таке? Так. Ого.
Ого, 925 монет. Да як це? Так, хилка. Все, ребят. Идем сюда. Так, хорош. Иде! Прячемся. Что он у меня сейчас играет? Если я, ребят, еще, правда, выживу на фигуре. Короче. Так. А, зачем я полю свою жигу? Если буду жига, то я ее подзаражу с помощью другой. Свою, эту жигу. Так. Окей, тут нема повторок. Там дверь не такая. Ну, так, тут ничего немає, окей. Тут что-то есть. Тоже нема. Вот тут точно что-то будет. О. Наконец-то открылось. Ого, тут лежит. А, нет. А, да, тут лежит. Так вот. Все, ребят, пошли вы. 29-ю дверь. Окей, ребят, коли глазики и моргает, вас просто обманывают. Привет, пупсик. Не надо прятаться, коли у вас моргает и глазики. Бачите, мене пожираши давно... Нет. Все, ребят, сик, поехали. Фух. А, так. Окей, монетка. Круто! Все, ребят, погнали. Так, погнали. Ё-моё, ползти це. Ну я шрифт. Я шрифт нажимаю. Так, окей, налево. Нет. Блин. Опять скучная штука. Ай, ладно, ребят, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока.